Хорошие, перспективные ребята. Я думаю, у вашей команды большое будущее. А по поводу того, чтобы показать лучший результат, но мы сейчас находимся немножко на спаде, потому что наши основные соревнования для этой команды состоялись в июле месяце. Это находимся не в полных своих кондициях, и физических, и игровых. Я думаю, что мы в течение сезона подтянемся немножко. Считали, что мы не с полной концентрацией можем тоже выиграть игру. И, как правило, я их предупреждал об этом, но не до всех дошло. И результат был понятен, да, что первая половина закончилась практически с равным счетом. Раздевалки мы провели плодотворную, я считаю, беседу. И, выйдя на третью, четвертую четверть, ребята как бы включили скоростя, начали работать в защите, как положено. Ну, что по большому счету и принесло результат. Когда трибуны оживленно поддерживают команду не только в хорошие моменты, но и в плохие, вот, когда не получается, особенно когда не получается, это очень подбадривает и помогает ребятам вернуться в игру.